Она не хочет спать. О, доктор. Позвоню-ка ему. Да? Доктор, мой кот не спит. Не спит? Ладно, уже еду. Хорошо. Привет! Мой кот не хочет спать. Покажи-ка мне его. Так-так. Все ясно. Этот кот не хочет спать, потому что он хочет играть. Ага, смотри. Да! Пока. Спасибо, доктор. Давай играть. Она хочет есть. Кошки любят это. Ешь, ешь. Почему котенок не ест? Я позвоню доктору. Ты должна открыть это. Открыть? Да, вот так. Иди, ешь. Все в порядке. Пока. Спасибо, доктор. Ну, это все. Котенок, давай поиграем. На-н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 а. О! Иди, поиграем тут. Не хочешь играть? Доктор! Не играет? Все, жду. Что случилось? Мой кот не играет. Она хочет спать. Кошки должны спать, есть и играть каждый день. А, понятно, доктор. Пока. Пока. Сейчас мой кот спит, а я могу сделать для него игрушки. Давайте со мной. Вам понадобится одна коробка и одна футболка папы. Готово! Я сделала домик для кота. Смотрите, как ей нравится. Я люблю своего котенка. Поехали!
Алло, что вам нужно? Алло, тут какие-то детишки мешают мне переходить дорогу. Секундочку. Хорошо. Хорошо. Донатсы? $5. Нет денег. Велик! Давай! Да! Сюда! Пока! Привет! Спасибо! Диана. Люблю свою рыбку. Диана. Рома. Thank you.
наказание такое? Диван готов! Фу! Рома, будем друзьями? Давай!